Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян встретились, поскольку президент Армении болен, премьер-министр навестил его у него дома. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Армении. Президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране. Остальные информационные вбросы абсолютно ложны. Это попытка еще более обострить и без того напряженную ситуацию. Еще раз призываем воздерживаться от распространения провокационной и ложной информации. В то же время подчеркиваем, что президент руководствуется исключительно Конституцией в национальных и общенациональных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий, отмечается в сообщении. Напомним, что сегодня под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета Безопасности, в котором не приняли участие президент и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Президент Армен Саркисян был приглашен на заседание Совбеза, но не явился по состоянию здоровья. Хотя президент не является членом Совета Безопасности, тем не менее он в последнее время принимал участие в его заседаниях. Что касается неучастия начальника Генштаба Оника Гаспаряна, то по информации спутника Армения, ему было направлено приглашение в соответствии с протоколом. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, Гаспарян решил не принимать участие в заседании.